было, не было. Наташа воровала в магазине? Да. А Ира ползала по чужим карманам? Нет. Наташа заглядывала на сайты для взрослых? Нет. Ира занималась этим в тренажерном зале? Нет. Наташа облизывала пальцы после еды? Да. А чужие? Нет. Ира принимала таблетки для похудения? Да. Наташа хотела бы вернуться в Comedy Woman? Нет. Ира, тебя бесила кто-то из твоих деловых партнеров? Да. Наташа подкладывала что-то в бюстгальтер? Нет. Ира ходила в одних и тех же трусишках несколько дней подряд? Нет. Наташа пробовала втроем? Нет. Но я имею в виду спать в двухместной палатке? Нет. А Ира разглядывала тайком парней в тренажерке? Да. Наташа завидовала Гудкову? Нет. Ира жалела когда-нибудь о съеденном бургере? Да. Наташа выходила на сцену под градусом? Да. Ира втягивала живот на фото? Да. Наташа, ты исполнила свою сексуальную фантазию? Нет. С кем? Хотела бы ее исполнить? С мужем. Ира, на тебя надевали наручники полицейские? Нет. А парень надевал? Нет.